И снова всем привет, мы возвращаемся. Твоя очередь умереть, и продолжаем ее проходить потихоньку. А, что ж, где мы остановились? Под столом мы нашли карточку новую. Я что-то никак не могу понять, что с ней будет вообще. Стоит ли нам ее брать? Стоило ли нам ее взять? Мы вроде как ее не взяли. И она все-таки. И она все еще там остается. Но... Что будет, если у тебя будут две карточки? И значит ли это, что никто еще ее не видел, или. О, ладно. Это тяжело, конечно, понять. Что с этой карточкой, но раз мы ее не взяли. Мне кажется, она еще вернется. Карточка жертва была. Что это еще значит, непонятно. А, куда нам надо было идти? Нам надо было идти. Кай тут стоит. А, о, Миссара и компания. То есть мы не одни ушли, окей. Кай? Да, я Кай. А, что-то не так? Ну, пока что вроде все нормально. А, точно. Только что говорили о том, чтобы собраться. Окей, ну, хотя бы мне сказали, что нам нужно делать. То я постоянно забываю. На чем мы останавливаемся? Если подумать об этом, Джо говорил собраться в баре. В баре? А... Свет восстановлен, так что я, по крайней мере, могу идти. Пойдем вместе. Пойдем. И в итоге мы соберем все в баре. Окей. В баре так в баре. Сара? Джо, ты нашел Нао? А, она не была на втором этаже? А где она тогда может быть? А кстати, что с тем парнем новым? Где он есть? Что-то мы его... Получается, мы его с собой таскаем? Ты имеешь в виду, что она взяла и исчезла? О, нет. Осмотрев комнату, я заметил, что почти все, кроме Нао, собрались. Почти все. А что вообще происходит? А, ну... Давайте сейчас все успокоимся. Кто-то человек связанный вон там, а... да. Так, это наш новый товарищ, которого мы совершенно случайно нашли. Такая надоедливая группа. О, боже. Серьезно, он... В кандалах каких-то, в наручниках. И, конечно, внешний вид у него необычный, мягко говоря. Вы все и плюс Нао, это значит, все верно? А, эй, ты проснулся? Развяжите эти, снимите эти веревки, если вы не хотите, чтобы я раздавил вас. Окей, тут веревок, видимо, нет, но... Хотя... Мы его... Он уже был с этим... Как Сара его дотащила с этим... С кандалами этими?
Если они на нем были, или это наше, то, что мы где-то нашли. Я даже не знаю, где могли это найти. Этот парень немного буйный. Это проблематично. Что ж. А, все курицы, не так ли? Курицы. А, окей. Посмотрим, кто он такой есть. Ну, как обычно, каждый раз, когда кто-то кажется опасным, в итоге он ведет себя совершенно иначе. И в итоге ничего не делает. Ну, в принципе, нас много, а он один. Так что он не в выгодном положении. Я могла привести кого-то опасного, ну, это только сейчас ты думаешь об этом. Ну, конечно, не оставлять же его там. И тем более он просил помощи. Это сейчас он, видимо, такой дерзкий весь, а на самом деле ему и правда нужна была помощь. Он просил ее даже. Обычно такие не любят, когда им такое напоминают. Ну, давайте поговорим, что игнорировать его не стоит. У тебя есть секунда? Ты. Почему она ходит вокруг свободно? Поторопитесь, кто-нибудь поймайте ее. Он думает, что это мы его там, видимо, держали. Вау, и в итоге он какую-то девочку испугался. Ну, все понятно с ним. А что этот друг так внезапно? А, я знаю, да, я знаю. Эта девушка... Это плохие новости. Успокойся. Ты можешь начать сначала. И можешь ты перестать этим своим странным тоном. Посмотрите на меня. Стал весь раз... расстроенным. А этот... Этот парень шутит с нами? Не знаю. Сомневаюсь. Послушай, у нас нет времени тратить на тебя. Но я выделю немного времени на расспросы. Тогда мы определим, развязать тебя или нет после этого. А, повтори-ка. Не пытайся вести себя так высоко. Ты блондин, мошенник, негодяй. О, опасный. Опасно. Ты справишься с вопросами, Сара. А? Я и это тоже делаю. О. Он чувствует, что мы главный герой. Мистер полицейский трясется здесь. Поговори со мной, когда ты будешь готова. И опять он занял весь экран. Как будто у нас есть какой-то выбор. Ну, давайте. Я готов. Окей-доки, тогда мы начнем. О, такая-то... Игра опять будет? Расспросы. Блин, я опять пропустил, там были вопросы, какие-то справки и что-то еще. Третье. Чтоб на чистоту, вы и я и ты равны.
Не думай, что я просто буду спокойно тебя слушать. А можно ему угрожать. Угрожать мирно или справки наводить. Думаю, расспросы, допросы с угроз. Лучше не начинай, давайте попробуем мирно с ним поговорить. Мне нужно успокоить его немного. Говорить спокойно, спросить его, разговорить. Давайте спокойно поговорим. Ты не можешь быть спокойным, мистер Полосатый. Довольно грубое прозвище. Что-то про ее волосы, я не уверен. Такой грубый человек. Окей, это не вышло у нас. Окей, больше ничего. Давайте его спросим тогда. Ты выглядишь недовольным. Что ты хочешь сказать нам? Я говорю тебе, что я ничего не хочу сказать. Окей. Давайте его что-нибудь еще спросим. Что мне его спросить? Какое твое имя? Да, это, по-моему, хороший вопрос. Или нет? Чем он занимается? Ну, не знаю, это его регулярная одежда, в которую он постоянно одет, или это именно здесь как-то он получил ее. Хотя здесь все, кто здесь есть, их же похитили, и они в своей одежде были. Я даже не знаю, чем он мог заниматься. Давайте спросим. Пожалуйста, назови мне своего занятия. Бесполезный вопрос. Я не чувствую, чтобы хотел отвечать. Он не скажет мне. О, боже. В итоге нам придется угрожать ему. Скажи мне свое имя. А если я скажу нет? О, боже, ну ладно. Ладно, хватит мне. Давайте угрожать ему. Угрожать горячо и эмоционально. Угрожать спокойно и логически. Как он лучше поймет? Эмоционально или логически? Давайте спросим что-нибудь его логически. Угрожать ему будем логически. Если ты откажешься говорить, у меня нет причин развязывать тебя. Подожди, они правда связывают меня, сдавливают меня, эти веревки. Я понял, я скажу тебе немного. Кажется, что он готов говорить сейчас. А, окей, давайте спросим. Ну, сейчас он спрашивает свое имя. Лучше будет, если ты сначала скажешь свое имя. Я Сара Чидоуин. Просто Сара нормально. Я... Пусть Гонби Ямада. Называй меня Гонби. Вау. Это старомодное имя. А как будто твое не Кубитаро Гамбургер. Вот это он. Это жестко, конечно. Гамбургер. Ну, он, в принципе, прав. Гамбургер, это, конечно, интересно. Гонби. Очень интересное имя. Для тебя это Кутаро Бургерберг. Даже гамбургер будет, мне кажется. Кто его имя придумал вообще? Серьезно, кто его имя придумал? Окей, чем он занимается?
Мое занятие, ну... Что-то я... Я даже не знаю, что... Что это... Что такое вообще за работа? Это японский термин, используемый по отношению к работникам, занимающимся не физическим трудом. Физическим трудом, мне кажется. Он, конечно, такого не похож. А в такой одежде? Ну, теперь узнал что-то новое. А, хотя это японский термин все-таки. А, это выглядит как форма тюремная форма. Глупо, японские униформы не используют этот этот узор. И пижамы в вертикальную полоску. О, что-то слишком много тяжелых слов, которые у меня просто вылетают из головы. Ты правда знаток об этой теме? А, ну ты... Это была ловушка? Этот человек выглядит немного утомительно, довольно утомительно. Даже... А его отчитывает даже Кай. Правда, я был... А меня посадили на долгое время после того, как я занимал у людей немного, слишком много. Тогда вор. А, разве ты не крал когда-то навсегда, не занимал навсегда видеоигру или две? Правда? Так говоря, я прилежно сидел, как прилежный преступник, заключенный. И внезапно я был приведен в это место. Когда же этот человек жертва? Его прямо из тюрьмы забрали, что ли? Интересно. Я знаю его имя, я знаю теперь его имя и занятия. Попробую спросить что-нибудь еще. Давайте поговорим теперь спокойно с ним, пусть успокоится. Не может быть поспокойнее, мистер Гонби. Как это спокойное и собранное поведение раздражает меня. Теперь он разозлился. Пусть он что не скажет. Быстрее развяжи эти веревки, свиное рыло. Такой грубый. Уф, крокодили слезы, да? Это не поможет? Оп. Я зашел слишком далеко. Тогда ты поговоришь со мной? Будешь говорить со мной? Я знал, что это были поддельные слезы. Нет, я не буду. Почему он так... Почему с ним так тяжело? А, вон еще вопросы появились, окей. А, ты знаешь похитителей.
Что ты знаешь о похитителях? Такая вредная, заставляет меня говорить все, отвечать на все. Ну, не ответь. Ну. Серьезно, мы просто... Он мог бы нам помочь хотя бы, я не знаю. И чтобы мы... Развязали его и потом что-нибудь придумали уже вместе. А... Почему ты прятался все это время? Почему ты так говоришь? Как сколько ты еще издеваться будешь надо мной? Теперь он разозлился, но... Еще раз угрожать ему будем. Эмоционально. До сих пор, пока ты не хочешь быть побитым Кутаро, пожалуйста, расскажи мне все. Я абсолютно не с ней позволю жестоко... не разрешу жестокость. Так что даже... А, не поддамся жестокости, так что даже не пытайся, поняла? Что еще? Что с тобой не так? Ты хочешь, чтобы твою веревку развязали, верно? Ты понимаешь, что хочу сказать, не так ли? К сожалению, я не понимаю. Что это за поведение такое? А, мне нужно его ослабить немного, еще немного. Разве не все перепробовал? И логически опять. Или ж... А! А, это было больно, не ударяй меня, окей? Вау. Да. За то, что ты нам не отвечаешь. Окей, что... Ну, предмет, видимо, не можем использовать. Нет. Что еще ему надо? Что еще ему надо? Я всегда спокоен. Я не твой враг, так что мы можем перестать спорить. Окей, может, наконец-то. Правда, все это... Все, что-то делает, это делает лишь нас голоднее. Голоднее. Более голод... О, боже. Все же меня волнуют эти методы. Это неравное обсуждение. Мне нужно сделать еще один толчок. Еще раз его ударить. Окей. Угроза, я думал, что ты... Не имеешь в виду ничего враждебного? А переверни свое мышление. Если бы наши позиции поменялись, Гонби... Ты не думаешь, что развязал бы меня? Ладно. Наверное, я могу сказать тебе еще немного. На удивление, он, кажется, понял, что он в сомнениях. Я рада, что он хочет говорить. Окей, давайте попробуем спросить его что-нибудь. Что ты знаешь о похитителях? У меня ноль информации. До того, как я сюда попал, у меня было мало визитов.
Но когда я вошел в комнату для посещения, никто не пришел. К тому времени, когда я почувствовал, что это странно, мои чувства уже начали пропадать. Если когда ты думаешь об этом, это невероятно. Организация за этим может... Стоящая за этим может освободить заключенного. Если Гонби говорит правду, по крайней мере. Неправда. Они пришли в тюрьму, попросили у них заключенного одного. И в итоге ушли просто так. Вместе с ним. Интересно. Именно его почему-то выбрали. Надеюсь, он будет, больше не будет вредничать. Почему-то прятался. Когда я очнулся, я подумал про себя. Беда, это большая беда. Именно. Ну и словарный запас у этого парня. Колонка сказала что-то об этом, об испытании, но это все было глупо. Я уже решил, что буду прятаться. Я закрылся в красной комнате и ожидал долгое время. Прямо как тигр, ожидающий своей добычи. Так он испугался и заперся. Ну, да. Получается, это же, когда мы пошли в эту комнату, это же мы его тогда видели, да? Когда он заходил обратно в нее. Но несколько раз я слышал рядом звуки, слишком ужасные для этого мира. А что это за звуки были? Не пытайся притворяться невинным. А? Просто приложи свою руку к своей груди и подумай. А у Гонби какое-то неправильное представление обо мне. Что я не понял, к чему это он. А чем мне больше всего интересно все это... так это эти звуки. Звуки. Что... Разве мы слышали какие-то звуки? Я не помню, вроде бы нет. Если я могу подтвердить, что это были за звуки... Это может дать мне причину, объяснение на его поведение. Звуки, что-то на самом деле... О, боже. Что еще? Серьезно, ты уже много сказал, чего ты скрываешься? Почему ты не можешь просто сказать нам? Немного поговорил, но... Если ты ничего не скажешь мне самой важной части, тогда я не смогу развязать тебя. Очень жаль. Ужасно, тогда... Делай, что хочешь. Да успокойся уже. Я устал от этого подхода. О, это, конечно, прям замечательная часть игры. Нет, это я уже попробовал.
Это ничего не приведет, если не спросишь меня нормально, я сделаю кое-что ужасное с тобой. Что-то ужасное? У тебя, правда, хватит смелости? Может... У меня не хватает запугивания для этого. Сара Чидоуин, как много ты дотрагивалась до... А что ты имеешь в виду? Я знаю, что твои преступления, не нужно прикидываться глупой. О чем он говорит вообще? Не надо быть напыщенным об этом. Кажется, мне нужно немного больше. Что-то... О чем они вообще говорят? Я вообще не понимаю. Определенно я ответил на... По крайней мере, на несколько ваших вопросов. Тогда я отрежу немного... Совсем немного от твоих веревок. В чем смысл, если они не развязаны? Да... Ну что ты... Мы в одной и той же ситуации, ты поможешь нам? Глупая, очевидно, нет. Помогать такой опасной девушке, как ты? Он довольно осторожен. О чем он вообще говорит? А, он только очнулся и такой надоедливый, это ужас. Окей. Что? Я думаю, что ты сделал некоторую ошибку, Гонби. Глупо, это... Этот идеал — ошибка. Верно, это потому, что ты такая идеальная, поэтому... Такой идеальный. Я уже путаю, кто говорит. Поэтому легко предположить, что ты ошибаешься. Очевидная ложь. Не принижай меня. Так, ну еще один шаг стоит. А я сделаю это. Сделай что? Не говори мне, ты выстрелишь? Подожди. Скорость... Из-за скорости будут ошибки, понимаешь? Я скажу тебе, что ты хочешь знать. Окей, наконец-то я могу спросить его, кажется. Но... Оставим это уже на следующий раз. Я не могу слишком долго его расспрашивать, к сожалению. И что ж, на этом я опять же остановлюсь и... Это было что-то, этот парень, конечно, просто кошмар настоящий. Узнаем об этих звуках уже в следующий раз и... Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, оставляйте ваши комментарии, ставьте лайки и до скорых встреч. Всем пока.